это вот эту башню видите? Вот я их всех спросил, они говорят, что не видно. А я вижу, наверное, это глюк. Вот мне просто интересно, видите ли вы ее. Не, мастер коммерсант, коммерсант еще 5 секунд. 4 секунды. А у Егор Ас, у него карма отрицательная. Коммерсант, я за тобой буду вести. Давайте. Он бронированный, А кто ты? Давайте, кто стоит? Я замыкаюсь. Мы что, пешком пойдем, что ли? Ладно. Ага. Проехали. А куда идем-то в итоге? Я не знаю, я за коммерсантом пойду, он-то знает точно. А, пушистик, злой град, это где? Это ты злой? А где мать? Где мать? Я. А, двигайся, не могу поставить. Подожди ты. Подвигай. Боже ж ты мой. Эх, эта тележка, это управлять как. Все, я готов. Что там осталось? Тёма, идёшь поставить? Да. Угу. Так, подождите, сейчас ну, эти телегу возьмут, стойте. Зелёненький, ты, зелёный. Или как там тебя? Как там? Ангиэтфор. Это Анатолий. А, ну хорошо, Анатолий. Ты куда убежал? Не подходи ко мне, а то это закончится тимкиллом. Так, а где свои, где нет? Твои тут все. Че, подождите пока. Тут твои все. Качаешь, что ли? Отряд надо. Ну что, в группу не будем брать? Нет, зачем? Мы же будем бить врага, а не... Ася, по своей будешь попадать. Тем более у нас только дебилов. Тем более у нас только дебилов есть арбалеты, так что... У меня есть арбалет. Так, мы дебилы. Все, взяли третью телегу. Поехали, ребята, выдвигаемся. Давайте, поехали. Поехали. Едем на клайм-шоп. Ребят, а эти вот некоторые не в ТС, да, я так понимаю? Сейчас, подождите, я перетаряжу арбалет. А там не надо. Я готов. Помог. А Михалыч что делает? Я охранник. Я тоже. Да сзади них ехать. Да ты собирайся. Кому еще не кинул? Ух, а теперь. Кому надо... еще не кинул отряд? Да я присоединяюсь. Мне... Я без отряда. Мне кинули уже. Нет, который. Как вы думаете, Маркус угрожает? Может, что я? Без отряда. Без отряда. Я без отряда еще. Маркус, на белом. Если ты будешь мешать продвижению, я тебе протащу. А, блять. Да, я что против? А мне зачем? Серега. А, я думал, ты против. Так, просто охрана, так... вы там давай это. И щелкайте. Мы едем. Смотрите в оба. Мы смотрим во все стороны. Мы везем ценный груз. А куда вы ведете, хоть скажите? Это маленькая лошадка, понятно. Хорошо, давай. Нормально. Ценную задницу несем. Хотя я так подумал, что мне это езда, если вы так медленно едете. Ой, идете. Я возьму, короче, это что. Блин! Убери свою лошадь! Да уберу. Проходи быстро. Я сейчас. А чё я так отстаю-то? Короче, я побежал. Сил, наверное, нет. Плохо тащишь. А у тебя это... скилл. Перенос... Чё там? Переношение. Подожди, я не заблокировал все остальные эти. Ой, дурачок. Всё заблокировать, всё заблокировать. Чё, разведку вперед будем послать? Да не помню. Да, давай дозорного вперед. Дела. Давайте я поеду в дозор. Я буду пешком, не все. Данил! Что? Ты зачем свою лошадку? Вдруг там нас ждет засада. Вы тогда пойдете, там разберетесь, а мы потом подтянемся. Мы пешком будем. Мы заранее засаду знаем, где там она находится. Арбалетом, куда ты пошел? Дозорный уже ушел. А, дозорный, хорошо. Ты же пешком куда побежал? Я пешком. Кто лошадь оставил? Я. Так забери вон на клайм наш, загони, потом приедешь за ней. А на какой клайм? Ну вот уже приехали к нему. А, понял. Сейчас. Вы главное смотрите, когда Маркус исчезает, значит, скорее всего, вот-вот будут животные. Какие гадости. А Маркус самый главный, кто будет вести живого. А, это мастер-коммерсант, он похож на Маркуса. Так. Тоже как. Так они братья, ты что, не в курсе, что ли? Тоже мастер-коммерсант, там, они ж все барыги, все братья. Ясно. Ну и бомжи.
проверить, что тут внутри. А, волк, пацана! Пацана, волк на 12! Где? Где? Эй, конвой встал. Все, мы встали. За собой уводите, отводите за собой от конвоя. А то на лошади. Зачем именно мне кинуть? Факел нельзя, ребят. За факел дисквалификация. Так забавно смотреть, как вы не справляетесь с волком. Не такие. Что-то он... Это блин, пацаны, это всего лишь пацаны, волк. Пацаны, кто убегает уже? Все, пошли, проходим. Охранники, везите свой. Один, перевозчик, за ним, остальные вернитесь обратно. Перевозчики, просто везите и все, не обращайтесь. Мы пошли. Мой волк. Они на лошадях вас догонят и разберутся сами. А вдруг нам впереди засаду устроят? Ну да, устроят, ничего. Как тележку, волк кстати. Из ниоткуда не расшкурился. Чья Аврора? На эту телегу оставил. Ну вот зачем, зачем? Короче, нереально эти волки появляются. Иди, Кать, это коня не сможешь. Но мне нравится. Давай я сейчас перейду. Там КД будет у нее. Ну ладно. Я перешел. Теперь я тут. Егор, понял, Егор, зачем надо быть нам пешими? И вместе. Угоси, Паша, быстро. Паша, куда ты потащила? Ты ж другого работы человека. Так он сейчас за клайм утащит. А что значит сила на фул, сейчас он да? Затащит, за клайм, там клайм. Вот он покажет вот. Пример, как надо. Ты меня не догонишь, Маркус. Не все равно, все равно. Ой, мастера коммерсанта убили. Давай, 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 Зой, кто первый? Коммерсанта убили. Нифига ты, Маркус. Паша, Паша, быстрей. Взяли его и загрызли, волки, все. Я без телеги мельни не хожу. Ты зеленый, ладно, шутка. Ну, вы то зеленые. Анатолий. Блин, кому лошадку подать? Твою, а короче, на клайм Аврору поставил, потом тычман. Но на клайме здесь оставь. Здесь. Да. Спасибо. Ага. А потом как забрать? Тычман тебя дал. Подожди 3 секунды. Угу. Сколько у него время там? 2 минуты, да? Когда? Нет, 30 секунд. А потом как забрать? Придется смотрю, чтобы засады не было. А мисс, ты это самый тоже будешь с лошадью идешь, что-то долго ты. Он идет, идет, сейчас догонит. Мисс, ты не переполненный? Может, он с перевозом? Нет, у него. У тебя новый персонаж, что ли? Персонаж, что ли, какой? Нет, у меня сила, нет, у меня сила. Да нет, такой убежал. Далеко ты. 500 на себя. А ты уитай! А куда остальные убежали? Они пропали. Они сзади нас. А чё они сзади нас делают, а? Ты мой... что убежал до него? Это вот черную лошадку оставил Егор, да? Да, черная Егора, а там где начал... оставил? А ты где оставил? На Авроре, там на... Давай чуть-чуть на... постоим, у нас колонна растянулась. Ну, хорошо, подождите, хорошо, третьего ждите. Так, я вернулся, на впереди ничего нету, пусто. Ребят, кто первый? Дальше всех утащил телегу. Берите третью, а первую пускай вперед туда идет. Так все. Давайте я потаскаю телегу. Так а там КД идет все равно. Я так быстрее буду таскать, понимаете? Там у него сейчас отойдет КД, я ее не смогу взять, она же на Аврове. Кто ты оставил лошадку? Это моя, моя, моя. Нет, не, не на клайме дальше. А, я знаю. На клайме моя. А, не на клайме моя. Я ее поставил специально, заберу потом как-нибудь. Я на всякий случай приготовлюсь. Я буду всегда с вооружением идти. Так, а тут все лошади остави, значит все. Поехали. Не могу понять. Пускай тут пока постоит. А потом как поехали. Заберем. Все, поехали. Бляха, муха. Маркус, ты зачем мне тогда волка кинул? Прям передо мной. Мне как танк будет, понимаешь? Мне надо развернуть. Это волка респонует. Он прям респавнил один раз волка, вот это самый первый, что аж прям в меня он влетел, этот волк. Идем, пацаны. Мы, короче, заключен, ну, отряд впереди, который, авангарды. Мы все одинакового типа, видите? Мы если нападем, то вам капец будет. Так, а спереди кто стоит спереди на лошади? Спереди этот наш, он сидит в охране. Да я застрелить могу всех. Стреляй. Так, сейчас по своему авангарду стрелять.
Враги только же, только животные. Я знаю. Ну а что ты тогда ему советуешь стрелять? А, Мишка прям передо мной встал. Пацаны, посреди колонны встал. Паша, уж не надо совсем посреди колонны. У меня что-то лошадка не хотела разворачиваться. Я попал. Бросайте Лешку, убегай. Тихо, не паникуй. Нажимай букву R и очутишься на тебе. Медведь, не трогайте, он забаговался, не трогайте. Ребята, спасайтесь, прыгая на телегу, букву R нажимайте. Если вы тащите телегу, то сразу очутитесь сверху на телеге. Мужик, а то в голову попадут. Все, Медведь, готов. Кто-то убил. Офигеть. Двигайтесь, двигайтесь дальше. Поехали. Минуту даже не прошло. Я ему 110 урона нанес. Да нет, только сзади меня стреляет. Вы, пацаны, кто грызете, сразу бросайте тележки, сливайте за них. Это не наши проблемы, пусть эта охрана разбирается. А так, спереди лет? Смотри, Данил. Нет, медведь, слушай, на 12. Хватит спавнить передо мной животных, что за безобразие. Медведь на 12. Медведь на 12, спереди медведь. 12 колонн, ай, ну, застрял. Мы пока идем. Блин, надо забавал. Его сагрить надо, залезь быстрее, уходи. Да, пытаюсь. Да медведь этот, он впереди прям. Давай, продвигаемся дальше. Я в него не попал, представляете, это дергает. Я его отвожу за собой. Я его попал в один. Отводи подальше. Разворачивай на нас его. На нас, Волк, всё, разворачивать? Я его отведу, а вы дальше охраняйте. Там сейчас другие появятся. Уходи. Животные. Эти, охрана, переагрите. Не отходите от этих. Ничего со мной не сделается с этим медведем. Если я сейчас застрял. Волк по телеге забугал. Чего ты его забугал? Я его... Только тележку не сломайте нам. Так, давайте я так сделаю. Он в тележке забаговался. О, кстати, давайте я оттащу тележку. Пеньков надо. Отойди. Да его. Убиваем его, да и все под телегу. А, ну все, давайте. Я убил. Все убили. Поехали. Сейчас перезаряжусь и пойду. Я его добил. Нормально. Прово норм, 5 минут. Кто-то ходит, наверное, за нами, тушки разделывает. Я убил на балкон. Кэм, убирали бы сразу этих животных. Да, кстати, да, разлю тебя. Так, арта. Вижу медведя. Далеке. Далеке его медведя. Увели медведя. А, его увели, так все нормально. Ну, ты там тащи его. Это похоже не заспавненный. Тут родной, местный походу. А прикинь, если там дикий медведь будет дрябить впереди. Это походу местный был медведь. Так, сзади не отстает от нас. Если будем мы на торговую лавку ехать, то там впереди будет по дороге дикий медведь. Это быстро тащит, задний ощад встал. Дело в том, что от моста нету дороги до какого-то, какой-то промежуток. Там вот как будем идти. Опять подвисло аккуратно. Да, надо убрать. Меня почему-то иногда лошадь не поворачивает. Просто нажимаю и не поворачивает. Подождем третьего, ждем. Противник. А что с медведем-то, которого водили? Убили? В процессе. Нет, он еще в процессе там. А ты нас слышишь, Агрис? У меня лошадка не поворачивает, слышу. Реально. Который раз вот, я блин. Получаю от него. А чья это лошадка? Вот там медведя помочь? Не, ему один удар остался. Он от меня убегает уже. А кто на тяжеловозе? Все, готов. Отмучился. Так. Так на тяжеловозе свой, чужой? Да все свои, алло, вы о чем говорите? Егор, успокойся, все тут свои, только медведи, волки и другие животные. Ты животных от людей не отличаешь, что ли? Да, он не отличает, вот именно. Покажите ему картинки. Другие. Я тоже не отличаю. Я тоже не отличаю. Открой букварь, увидишь. Да-да-да. Он просто издевается. Над тобой? Ты что, у меня стрельнуть захотел? Давно не ссорились, да? Серьезно. Кто лечить умеет? Прямо на лечите меня. Кого-нибудь есть навык лечения? Да. У меня. Подъезжай, на белом коне стоим. Я вот подъехал. Справа. Еду. Ты зеленый? А, это мастер-коверсант. Да, я зеленый. Так, первый тележка, стой. Стою. Вторая, двигай, чтоб... Но... Все, первый тоже поехали. А это что, мой конь, вы что, моего а коня? А мы его знаем, нашли. Мы его ждем. Нет, только это, исцелите все. Тут-ка, у меня есть твой выносливый.
Ну он спасибо. Какой-то... Не Конан Варвар, нифига у нас. Егор, если что, я этими болтами даже не думаю меня стрелять, а то ты мне прыгал. Вот кто курить там много. Нет, а вы чтоб его не ждать, пустите его вперед. И тогда надо только отставать не будет. Ну что, значит, мы его вырвемся. Тогда он будет нас тормозить. Так какая разница, все равно толпой надо. Нет, лучше его подождем. Заспавнит скоро. Так побольше на вас зверей на этого наспавнит. Говорливые ребят, давайте подталкивайте третьего. А давайте мы пойдем другим путем, короче, не по дороге, там лучше где в другом канале ТС вы пойдете. Люди, давайте пойдем не по дороге, а немного кош. Каким место, чтобы волки на нас не напали, а? Нет, так пойдем. По дороге, мы у нас скорость от дороги. А за нами БПЛА их наблюдает и знает, когда нападать. Не все знают, что такое БПЛА. Беспилотный летательный аппарат. Я про это и говорю, что я в курсе. У нас их много в части. ПВО. Поехали. Квадрокоптер по-другому. Егор, смотри в оба. Будем стоять около друг друга. Я смотрю. Ой, да, теперь это не тренируется. Сейчас поем яблоко. Когда ее, ну, берешь, ложишь. Мы скоро сдохнем голоду. Надо кушать. Правда. А то мы сдохнут и все, она на этом. Чур! Животных не отводить. Берем, короче, силы и мочим его, и все. Как раз лучше отводить, чтобы не нападали они. А вы на тот случай, если не получится отвести. Да. Главное, чтобы этого около миссии не заходить. Ребят, кто тащит телеги, если на вас животные не сагриваются, вы продолжайте тащить. Это понятно, конечно. А то они начинают бегать тут. Так они у нас под тележками спавнятся. Нет, ну это ситуация такая получилась. Давайте заменим тележника нашего. Понимаешь, они под брусчаткой, вот под дорогой сидели, ты рядом наступил, тележка же тяжелая, вот они и сразу вылезли. А его выдавило, короче. Тон на 200, да, наехало. Сразу раз, выдавился такой. Как гриб, рычаг, знаешь, рычаг нажал, камушек правильный. Может быть. Это съест. Так, скоро будет животное. Сейчас скажу, через сколько следов. А животных что-то нету в последнее время. Стоим. Что? Перед их. Короче, знаешь что? Хватает ту тележку следующую. Так сейчас куда он будет? Какая разница? Сыщи. Я его догоню. Слышу волка. Волки на 12. Три штуки. Ёкарный бабай. Хватай тележку ту его. Мою тележку, я первый, на телегу залазь. Если что, 12, это то, куда едем. Нашего завалило. Блин, я не могу атаковать слишком близко. Забаговался волк. Минус. Убил. Я его пристрелил. На коммерсанта напал. Коммерсант — это самое важное. Идем за мной, дружочек. Че у нас там? Мы играем с тобой в игру. У вас там самый бронированный чел с арбалетом бегаешь? У нас минус один. Сейчас приду. Главное на себя агрите и отводите, кто на лошадях. И все, и будет в безопасности колонна. Берем, погнали. Я аж его заспиваю. Все, убил. Все, я вот это на открытое место его выведу. Кого это у нас убили? Возьмите там тележку, все. Эх, казак, как ты так нас подвел? А, это кто-то из охранников и взял тележку. Это, да, Егор взял. Молодец, Егор. Тележку. Красавчик. Так, дай тебе. Тоже нету никого, взял. Да, давай, пока нет толкача. Тащи. Казака убили, значит, все. Сейчас он пройдет. А что он должен приходить, если его грохнули? Я не знаю. Там не было никаких условий на этот счет. Вроде это не оговаривалось. Ну кто грохнул автомат, он, конечно. Волка убил я. Так, впереди. Не, а что, ему теперь не приходить, что ли? Я еще бы. Не, пускай приходит. Сейчас я приду. Я бы, если бы потащил. Так я его дотащу. Ты пустой, надеюсь, был, ничего не было. Я рядом буду. Да так по мелочам. Плюс вещи свои, я постою пока по караулу. Иди. Кто их возьмет-то? Кому они надо? Ты чё? Я защищу, если что. Ты лучше нас по караулу. Ну, если видишь людей с отрицательной кармой, то скорее всего они как раз и брали чужое добро. Лучше нас по караулю, у него там мелочи всякие. Где вы сейчас, ребята? Где вы сейчас?
Тут обратно вроде. Будешь обратно, я бы мог... Москву подъезжают. Короче, у меня такой дистанс. Я мог бы 3 противников за раз проколоть, понимаете? 3 волка подряд. А я взял и упустил его, стрельнул волка, они. Нахрена ты вот скажи, бегаешь в латах с луком вообще? Вот такой хрен. Так мне это удобно. Конечно. А тебе бафа не дает. Если это самое неудачное сочетание. А ну что уже с луком можно в кожаной броне ходить. Даже я баф знаю, что в кожаной броне надо ходить, но может мне удобно в этом. Я в латном доспехе долго перед. У тебя только ухудшает это характеристики. И по крайней мере не дает бафов, это точно. Дают. И нету дают. Бафа, я тебе говорю. Да не удани меня, отставай. Я там, отстаю, ты отвлечешь сразу кидать. Если у тебя латные, то у тебя латные доспехи, по-моему, на двуручку, да, дают баф? Вот мне баф дает плюс 5 магнитуды, просто за кожаный доспех. К лучшему, я как пулемет стреляю. Перезарядка там и... Мне надо других подождать. Но он легких путей не ищет, нормально все. Пускай, едь прямо, а куда надо... Медведь, медведь слева. Медведи, ребят, едем, едем, едем. Едем, не бросай телек. Увожу, увожу медведя. За мной, дружок, за мной. А букву R нажми. Все, букву R, он на меня загрел. Поехали. Уходи, уходи. Да не уводите. Вот кто там стрелял в него? Вы его сагрили на другого. Гони, гони, кто на белый. Да сейчас добьем его, чё? Убили. Уводить. А кто его добил? Где они... добили-то? В каком месте вы его добили? Уходите, уведите поверьте. Его отсюда! Нет сюда! Да. Иди за мной. Он я к нему убегает. Ну, все, убегает он. Добивайся. Все, все убил. Кто его добил? Паша, походу, там угорает. Гарольд четвертый убил. Убирай трупы по дороге. Ой, Марту, собирай трупы. Да не надо, не режет надо, его. Есть так, там, режет. Карта глючит, понимаешь? Че это? Карта глючит. От трупов. Я еле-еле прицелился. Дай сюда! Если остается, уберут. Или еле прицеливаешься из-за своих дебильных доспехов. Тут на головах хорошо заработает. Казак, где? Я... По дороге просто. Где ты? Блин, едь по дороге. Подъезжаешь? Да-да-да. Тебе долго тебе еще долго? До места смерти? Нет, я уже пролетел Аврору. Сейчас уже буду на месте. Ага, ну я жду. Неплохой мишка был, 96-й. Чело что стоит. Слабенький, быстро собрали. Так с него, это, по фокусу его, бабах и все. Егор, ты что так встаешь от меня? Ты что бежишь? Я иду пешком, смотри, как я иду. Смотри, видишь, ты уже быстрее стал. Смотри, он нормально тащит. Вы что, значит, волки напугали, да? Волки напугали, сбросил лишний, теперь бежит быстрее. Ты передохнешь, а я потаскаю телегу. Давай. Так, все, я поехал. Набей. А ты возьми арбалет, да ты не прицеливайся. Ну, не у меня. Сейчас, я подожду, когда телега закончится, время и пойду. А там что внутри лежит? Древесина, что ли? Нельзя туда смотреть, понял? Это доставить. И что там у тебя, говорите, вождь маленькая. Кто едет, нет? Там Ниса мог бы войти. Вытащите, вопросов много. Сейчас, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Сейчас как потащу быстро. Все, возьми и вытащи. Какие потери, пока один? Да, только я. Нормально. Хреновая была идея, мишка. Тащить дальше. Наподдал немножко мишка. Это охрана там, знаешь. Трындит много, толком. Сначала два волка сагрились, на меня только один, потом они что-то отстали. У тебя сила какая, Егор? Не знаю. Посмотри, L или P там. 38. А у меня 8, так что я быстрее буду таскать, нет. Ого, он тащит. Смотри, как быстро пошло. Арбалет достанет, мы ж не знаем, когда будет. Кажется, я на месте. Где казак? Вот. Казак. Ай, твой груз, ты его тащишь, помнишь? Да. Готовься. Волки. А, не меня так же. Готовься 30 секунд еще, да? Блин. Что ж ты делаешь-то, блин? Какой я быстрый, да, как бегаешь со страха. Вообще ни один волк не догнал, даже не.
Да вы при случае на эту, на телегу залазьте. Я убил одного волка. Покоцали, покоцали меня, хорошо покоцали. Не успели, бежал волк. Заберите телегу. Телегу хватайте, куда ушли? Телегу казак возьмет. Да, я забрал телегу, лошадь, заберите мою. Хорошо. Но я не смогу взять. Давай я заберу. Возьми. Ты запомнил, какое качество она у тебя была? Нет. Марк, моя первого качества. Моя первого. Там не попутал. Там не попутал. О, тут да, Диана. Казака. Тут даже кто есть казака Наташа. Возьмет лошадь? Тут Наташа есть. А казак твоя была 50-я. Это зритель. Фрол твоя была 6-я качество. Ой. А, отлично, это моя точка, моя. Да, я твой забрал тоже. 4-я у меня круче. А самая я крутая. Помогу, у кого силы мало, могу помочь телегу потащить немножко. Мне силы много, но я оружатель. А ну что, надеюсь, не появится куча армия целая там этих животных. Армия животных появится на мосту? Армия животных на мосту? Да. Все да. Возможно. Морские это волки. Ты Трон. Там идеи не подкидывай, а? Муми-троллик. Трон, где там, а? Армия медведей будет сейчас. От помощи справа, против. Слева находитесь, чтобы армия на вас. Тащу. Дайте двух муми-троллей и все. Нам хватит этого. Данил! Что? Ты куда убежал? Я упал. Я упал на мост. У меня жизни не сняло, но все равно. Куда ты убежал? Иди сюда. А ты куда убежал? Я в воде плаваю между прочим. Я же-то снизу тут. Вот сверху. Где охрана-то, ёпка? Пускай. Охранники, блядь, справа-слева ходят, возле, чтобы агрились на вас. Один наш, наш охранник вон туда вниз ушел. Ой, я случайно. Я не знал, что вы такие медленные, как овцы. Бэ. Я тут нахамил. Барашка, да. А это вот кто у нас? Вот затыльник дать. На боевом коне у нас тяжелый боевой конь. Сидит. Иди работай, хрен ты от меня трешься. Чурка сидит. Трол, трол, скоро договорился, договорюсь, что ли. Определил, короче, такой просто. Смысла вперед, уходить, они появляются возле тебя. А может на дуре армию сделать? Чё-то нету, нет. Армия же вот на мосту. Ты ж делай, а чё они тут по две штучки, они даже не парят. Ну армия, ну, не знаю, сейчас... мне кажется, уже многие хп потеряли. Понимаете, волки я не покосну. Нападают на этих. Волки не могут ещё нападать 12 минут. На огромную людей. И за это надо как-то оригинальнее сделать это. В реальности волки не нападают на огромных людей. Ну, а можно сделать животных таргет Фрола? Было бы хорошо. Один отстает. И штук 20 волков сразу. Хоть кто? Медведь! Медведь! Опа, медведь! Ровно на 12. Медведь на мосту. Не залазьте на эти всякие там, на заборы и прочее. Все, колонна остановилась, потому что я манал. Не вообще, оставайтесь вообще внизу, залазьте на забор, он на этот. Полками валите их и все. Если вы палит, то вы на берег выйдете. Как не сможете быть. Придется плыть на берег. Да, ты вовремя отошел, молодец. Вот я сиганул-то, ребята, это надо было видеть. Да, ты вовремя отошел, я тебе чуть больше. Сейчас я его заберу. В воду никто не понырял. Проверял почти, я чуть не прыгнул в нее от этого не ранее. Я прыгнул. Меня волк держит. Злой сразу в воду, да? Броня, броня. Сработала система катапультирования, чего вам нравится? Серег, в случае опасности катапультировался быстрее. Система самосохранения работает. А давайте еще раз, друзья, мне понравилось. Привет. Тебе товары. Здорово. Егор, доставай. А? Ты перезарядил арбалет, надеюсь? Ну, у меня уже. Молодец. Заряжен. Чё, ты замыкающий подтягивайся. У меня осталось болтов, я сейчас скажу сколько. 113 болтов. Думаю, еще 113 животных рохнет.
Эх, прокачаю рейнджера на максимум, надеюсь. Надо было пяти компонентов. Так внимательно смотреть. Как нет, он здесь сидит с нами сейчас. Саш, ты примешь там до этого? Да, пушистый индекс Блэйград. Военный у тебя чел, да? Пушистик, это ж ты? Военный типа? Да. Кого не жалко? А я твинка взял, короче, и выкинул его. Я играю оригиналом. Мне скучно за твинкой играть. Вот что я скажу. Тут боевой конь без лидера остался. О, леди. Ой, Диана. Ну, какая разница, ты что же, типа, мадам? Это мой остров. Наконец-то конь у меня. Ты конь, коня зачем забрал, Фроло? Я на пару минут. За конекрас сейчас платить тебе стоит. Уже! А это за аренду заплачу, обещаю. На пару. А это, какой у нас маршрут, скажите, пожалуйста. Куда мы едем? На шоп налево. А, шоп идем. Только по песку не идите. У нас напали. А у нас варианты есть какие-то? Нам надо в гору, пацаны. Подняться в гору и по травке. А давайте тут баранов, допустим, этих рогатых. У вас уже один есть. Да, я не знаю. Данила, шаг подай. Другом, кто у кого-то взял. Две минуты пройдет, и пусть забирают. Тра, дайте уже Данил. Скрой, я дай. Диана, а что ты без брони? Данила, а ты во сне тоже разговариваешь? Под землю идут. Что ты без брони? Я посмотрел бы в реальной жизни, как бы он поднял такую телегу по такому песочку. Ну, если она почти пустая, то поднимет, наверное. У меня рекорды. Я на неё снизведил впервые 54 урона. Напали? Куда дальше идем? Нет никого. Я как понял, наша цель дотащить порт. О, я вижу наш клайм. Егор, я вижу наш клайм, мы скоро доберемся. Я тоже вижу. Я тоже вижу. Далека-далека. Смотрим. Фрол, иди за конем смотри, повесил у себя, значит. А, хорошо, я тебе сейчас дам. Минута 34. Так возьми его на себя, а это сверни и отдай, и так тебе все. Так, сейчас отдам. У кого-то мешочек. А кто там без коня у нас? Дартин. Кто у нас без коня? Дартин, это Дартин. А где Дартин? Подбегай ко мне, я дам. Я тебе тоже сейчас устрою. Данил, я тебе стрелю. Так он меня целится. Правильно. Он мимо тебя против цели. Ну, с охраной интересно. Блядь, там какие-то там сзади, короче. Черней занимается. Да-да. Тащим, пацаны, дальше-то идем. Они перегрели. Короче, я в сумку скину. Ну ты вообще вовремя, конечно. Забирайте их там три на мне, забирайте. Я вот издалека смотрю. Казак, бери тележку, погнали дальше. Забрал. Они там затащат. Латники самые чкуны стоят сзади. Дарчин, ты же бутон. Да. Трое на мне было. Готово. Минус один. Коммерсант, Фрола, отдай. Коня потом. Пушите, погребали вея. Убил. Фух. А я там, смотри, волк стоит. Кого-то завалили. А вот уже не стоит. Я заберу, Дартина иди. Завалили. Я в мешочке конь? Впервые вижу, как Дартин падает духом. Конь в мешочке, да? Фрола, или заберите мешочке, передай мне. Конь Дартина в мешочке, а как забери и передай мне, долго так ждать. Ты же сдох. Да иди сюда, сзади тебя. Дай охрана мне. Сзади тебя, Данил. Кто сзади? Охрану надо собрать. Коммерсант, давай. Так это коммерсант? Блин, отдай ему коня и все. А, я тут думаю. Взял налоговую коня его. Будет отдавать. А мы там зайдем? А где твой белый конь? Да, зайдем. Не, белый дома. А. А чего вы ударили волк и внесли 32-20 урона, типа урона колючи, если у меня болты дробящие? Много вопросов задаю, что он лучше волков освежевал. Зачем их освежевать? Там нечего брать, у меня надо тем более нет. Голову. Шкуру. И кости. 14 надеешь, да? Угу. Я потратил на этого волка кучу болтов. У меня осталось 110 болтов в багажнике. Ренат, тебя что, убили? Да. Загрызли, да? Втроем напали. Я вижу впервые, как Дартин падает. Что-то они тебе все втроем, что-то не именно тебе.
Ты кто попал? Стрелять начал. В самом деле, если бы в него не стреляли, в них, то двое из них бы за мной побежали. Они изначально повернули за мной, но кто-то по ним попал, и они свернули на него. Так, ну там точно пройдем? Не упрямь, пройдем. Я по коню попал? Не по тебе. Да, по коню попал. Только непонятно, зачем ты это сделал. А я тебе Даркину в голову не попал. Там когда и вообще, подлечи меня, а то меня волки опять покусали, мне лечилка слетела. Коня попали. А ты можешь лечить? Да я хотел проверить. А могу. Кому надо, это обращайтесь, могу подлечить. Медведь впереди, аккуратно. Слева, блядь, у нас. Слева медведь. А, потом. Как с медведем разберемся. Нормально, тележка, идем дальше. Еще один медведь, вон его. Тележка, бери тележку, пошли. Нас не касаются эти проблемы. Похоже, уже касается. Эй, уже касается, убегай. Че двое кромсают. А можешь поставить палатку, Марк? Странно, вы какие-то вот у нас очень интересные ребята. Вам же говорят, залазьте на эту. Я убегаю. Ты живой? Я живу. Я же убегаю отсюда. Сейчас стану. Меня кто-то зажал, и от этого я получил. Достаточно одному сагрить и увести его нафиг подальше, и все. А вон увели уже. Вот, посмотрите на вашего этого. Ну вообще, я даже не видел его, как он так появился. Да не, потому что Паша прям на нас ставит. Потому что говоришь очень много. Пацаны, кто хилер? Подхильте меня, пожалуйста. Сейчас очнусь. У вас охрана убежал быстрее, чем я. А, я не сейчас очнусь. Подхильте меня, пожалуйста, а то у меня у всех охрана. Минус два, минус один. Я вам русско охренеть. Я бля. Ну, да, меня тоже надо. Слушай, мне надо тоже подхилиться. Дайте хилочку, ребята. Мне тоже надо. Давайте это, подлечим друг друга. Подлечите меня, а то я не умею лечить. Я могу подлечить, конечно. У меня нет инструментов. Драны. У меня есть инструменты, подходите. Да. Я лечу. Ты где? К мосту подъезжаю. Меня тоже можно подлечить. Я как-то не подлечил тебя меня. Подлечите меня, пожалуйста. Инструмент. Нормально перевязал, ага. Полечите меня тоже. Полечите меня, то я лечу. Сейчас одену инструмент. Меня уже полечили. Я у черной боевой лошади, подходите. Я зачем? Операция, кто медведей ведет, блин, к этим? Так, осмотрите. Тор сраный. Они сейчас к нам придут. Деньги берите. Зачем ведет? Просто ведите их в лес и все, обратно бросят там. Увел и все, они оставили там. Ренат, что-то ну что, мы едем дальше? Да, поехали. А это Егор? Поехали, нет, нет, друзья, мы телегу отдохнем. Охрана! Эй, там двое. Мы лечимся, лечите, погодите, дайте стоп. Подлечиться. Лобс, оставьте рёбку. Так, конь у меня твой. Чё ты твой? Блан, поставь. Блин, медведи. Быстрей. А можешь просто ещё лечить? Лобс. Лобс, телегу оставь мою. Тебя... Целая куча. Скажите Лобсу, чтоб он телегу оставил. Он что ж? Он вроде не толкач у нас. Вообще. А ты R нажми, R нажми и все. Быстро отпустишь. Кого заводи? Никого. А, Гарольд сознание потерял. Вижу Мишку с тыла. Мишку с тыла атакует. Да не побежает. Сзади вон воды. Ну им похоже занялись. Иди мне, пожалуйста, перевязку просто и все. Обычную перевязку, там... У меня нет бинтов с собой. Не, у меня тоже. Карл, короче, тебе все повесил. Просто оторвитесь от этих медведей, они лягут и все, и идите дальше. Я не знаю, зачем их катают на плечо. Мы ждем третьего. Просто убежать от них, они лягут и будут лежать просто. Сказка, так, возьмёт и поехали. Стой, Гарольд, стой. Кстати, ты можешь меня тоже подлечить. Мы поехали. Ребята, тронул с колонн. Сейчас впереди появится Мишка, и хана, никого нет. Вон тролла, куда вы спешите-то? Мы лечимся, мы все избиты и изранены. Нам надо немного подлечиться и залить воду на этот промежуток времени. Гарольд, ты умеешь переломы чинить? Да. Мне даже операцию пойдем нужно. Мне операцию сделали, мне надо только перевязку. Вот такие вот. А киянка есть? Я без киянки. У нас есть охрана? Есть. Один. У нас есть один охранник. Тверди, я дам тебе киянку. Нет у вас охраны. У нас двое охранников. Нет, у нас двое в охране. Погодите, охрана лечится. Лечитесь, да. Догоняйте потом. Мы же не, я не быстро вот рядом. Охрана. Кстати, тебе киянка, а этот нужен. У меня. У тебя навык какой? 90 нужен. Операция мне нужна. Давай, у тебя есть 90? Гарри? Нету. Дай пацаны, мне, вы себя чувствуете какими-то нужен. КамАЗами? Нет? Пила или Уралами? Прям вообще по бездорожью просто. Волк!
Ёп. А я все, я не выжил. Залезь на эту. Нет, и выжил. Ничего тебе не сделаю. На телегу залезьте, кто уже зима. Наташа, залезь не дай на факел, телегу, нельзя. Если вас атакуют. Нельзя факел, Наташа. Все, не буду больше. Блин, не мне вам позвоны помочь, нечего. Я очень вообще побитый, мне буквально пару мне кусов я сдохну. Я тебе сказал, давай мне пилу, я тебе сделаю операцию. Отлично, убили. Где-то, где-то. Я с тобой, вот, в боевом конец сижу. Видишь? Егор, мы арбалеты. Ну, я же не играю, я просто рядом за вами коняю. Я не против, чтобы меня подвезли. Егор, а ты тащи, да? Стыло. Ну все, меня один раз. Егор, телегу поставь. Нам еще полчаса есть. Вы у меня цепляетесь, ты вечно. Ребята, у кого есть? Если что, Мишка стыл, имейте в виду. Ча, я это. Слишком много кнопок. Надо на тебя Википедия перевела. Блин, сейчас. Принять. Данил, ты куда побежал? Я тут буду. Писал, у тебя много это? Жизни? Мы же тут другое место. Слушай, давай поменяемся. Ты пойдешь. Я пойду в середине. Мы в порт едем, как я понял. Это я. У меня все, одна жизнь. Ну, в смысле, меня один раз ударит, и я умру. У меня тоже одна судьба. Всё, тогда места пойдёт. Ребята, а, кстати, торговец вас сейчас тоже умрёт. Что это за спавнёт? Казак отхвачал. Торговец напалился. Да, у меня кровотечение, и у меня 2 хп осталось. Сейчас пипец. Есть у кого лечилка? Кто-нибудь? Подходи ко мне. Я вот след, кто-нибудь. Возле тяжёлого коня. Стою, давайте кто-нибудь. А, все, выжил. 4 хп. Спасибо. А волки оглушаются этим выстрелом? Так, подожди, ну операцию тоже сделай. Да я в процессе. У нас кто головным идет? У тебя много жизни, нет? Шок, давай последним. 67. У Егора, ну, нормально, я иду. Еще кому? Я в середине иду. У Егора самый пилот, давай, не давай, мне пригодится. Потом отдам тебе. Я сам-то тоже могу операцию делать. Подожди, я сниму такое. Егор! Лошадку заберешь? Себе не могу. Да. А то меня убили, на твоей приехал. Рано, вы там как? Почти готовы. Кинь мне еще опять. Остановись, давай. Я тебе отдам меч, а возьму твою телегу. Тап нажми. Давай. Нет, не обойдет. Мне не получается, потому что я уже тебя кинул. Я не могу меч одеть. Почему? Тап у тебя вылезет. А вот тебе охраны. Да. Они тут, мы же сказали, стойте, мы лечимся. Если у нас впереди один. Есть человек, у нас впереди вот там. Нет. Впереди есть, а все вот. Остальные лечатся. Кто у вас впереди? Тролл, что ли? Кто убегает впервые всех? Милый, как оно? Короче, 10 волков кидаю. Ну, охота кидать. Сколько? Я убегаю. Я шучу. А с телеги-то можно, да, стрелять? Конечно, можно, с чего угодно можно стрелять. Не запрыгнешь на неё. Только когда ее поставят, тогда можно запрыгнуть. Ну, да понятно. А вы куда вообще свалили? А если вот вы тащите телегу, попробуйте нажать сразу букву R. Я сразу кидаем, все. Да, R нажимаете и сразу будете на телеге. Вы будете сверху на телеге. Нет. Не всегда. Нет, я был в телеге. Ну, в любом случае, у вас есть время запрыгнуть после этого. Это гораздо быстрее, если вы просто ставить будете. Нет, ну это понятно, что мы ее кидаем через R, но... Охранник на партизанов. Она неизвестно как скинется. Она может знать. На... Я вам говорю, что тролл убегает самый первый. Не убегаю. Он стратегически отступает. Да он даже удалять не успевает. Я смотрю, он тупо бегает просто и все. Он так в пати находится и только языком. Все, я меч короче. Он в латных этих нарядился, а тяжелый. Да, он три шага делает, он не стреляет, он урон не несет там иной раз, один раз попадет и все, и то редко. Там можно потрещать. Это его явно основная задача. Да, он как радио ходит тут. Ну, скорее как шумовая помеха. Чем как радио. Не, фрол нужен, но вот в этой колонии он очень нужный человек. Он всех это. Да, фрол молодец. Молодец. Воодушевляет, сразу чувствуешься, да. Ты на шум хотя бы отвлекаешь, что ли? Животин. Пишите в комментариях, что вы думаете о фролу. Ну да, он хоть не слышно. Потому сколько от него шума. Когда он что-нибудь чешет. Оп. Данёш! И кто-то застрял. Что-то лагать началось. Ловки. Домам приближаемся. Колени подвигаются. Ой, я даже лагаю. А где точка?
Слушайте, мы уже близко, да? Почти дошли, да. Дальше идите просто по дороге. Нет, куда мы ведем? Где там здесь шоп, колбов, магазин? Клавки, клавки, клавки. Нормально, нормально, сейчас подойдем. Егор, достань клевет и мочи им таких волков. Только репзики нужен стоять, умирать не хочется вообще. А лошадь, да, на лошади тебе, я не бей. Я подлагиваю. Кто нас там впереди ждет, я чувствую засада, ребята. Огромный. Сергей Мавродий вас СММ ждет. Походу на него, да-да-да. Вот когда вот лагает, ты чувствуешь, что скоро вылетишь и улетишь в трубу, точно Мавродий. Где-то рядом КамАЗ ФСБшников, да? 100%. Серёг. Меня раньше Мавродием называли. Ой. И до сих пор называют. Так, подожди, а мы чей товар-то перевозим? Его, что ли? Мавродиевский? А ты как? Ну, возможно, там ФСБшники сейчас возьмут. Нет, это товар администратора Серёга на строительство его замка. Все, тогда нормально. Администраторов? При этом этот же администратор на нас сейчас животных резпит. Охрана впереди, иди вперед колонны. Это не администратор, а это... Самая главная охрана прячется. И самое главное охрана, да, у меня одно хп, никто не видит в группе, что у меня одно хп, и вперед я поехал, ага. Подходи, я подлечу тебя. Вообще-то у меня пилы уже нету. Кого подлечить, где, кто? Я охрана, я подлечить. А у меня 33 хп. Ник называйте. Гарольд на белой лошади. На дороге. В самом конце. Замыкающий. Принял, еду. Сейчас как кто-то вылезет, какая-то бабайка. Да я мотанный, перемотанный, хп-то не восстанавливается. Не, если ты перемотанный, то уже никак не поможет. Что? Так вот. Марк, ну, жди, пока отсчет пройдет. Можешь вот нажать Марк, таб, мышь наводишь сверху на вот эти вот иконки, и там написано, сколько да времени осталось. Вызови ему метроня. 100-то уровня. Мы его должны замутить. Тут такая фича игры, здесь сразу все не установится. Это понятно. Банку с хп не сожрет, да? Ну, есть, конечно, банка с хп. Уже. Ну, с маной можно сожрать, порошка съел. Ну да. Если можно назвать это маной, да? Почти дошли. А, тут кто-то тут застрял. О, кто-то забагался, ребят. Да нет, я опять достал. Фролло застрял. Как обычно, я спрятаюсь от вас. Пиши стак скорей. Так я написал, но он что-то не хочет. Сбить его на лошади и все. Нет, нельзя, убьет. Да, если его прижмет в дерево, то убьет. Я его собью. Так аккуратно будете, а то убьете. Медведь. Ой, меня вообще, меня так лагает, я не могу понять, что происходит. Вот впереди прямо у нас. Медведь прям по курсу. Вы говорите где? От того, что вы крикнули медведь, от этого. Везде понятно, где он находится. Он забрал. Поехали, кто там, тележка вперед. Куда он бежит? Он какой-то странный. Он кого-то там, он какую-то рыбу хочет. Не в настроении. Не приставайте к нему, пусть дальше бежит. Телеги, поехали, да? Так, охранники назад. Телеги едут. А он уже убежал, отстаньте вы от него. А что за труп тут еще? Где? Кого-то убили. Вот где медведь появился. А это я, наверное, там. Я там суицид недавно делал. Да-да, злой град, да. О, опять конь. Я ехал сюда, видел. Охрана. Там. Кого нет пока? Никого. Так, не отрываем колонны. Что-то медведь был багованный. Не багованный. Мотор, наверное, не нравится. Слишком много фонарей. У всех лагает. У меня ФПС упал просто до 20. Сейчас нормально. Меньше 30-ник. У меня вообще... Волк. Прям по сорту. Блин, он прям нормально. На мне появился. Нормально, поехали. Паша, так нехорошо делать. Все, убери волка, в лес уводи, просто сбрасывай и все. Уехал мне в лес. Я так и планировал увести его за собой. Я его не вижу. Иса, Эр, он опять меня цапнул, у меня 5 лечилки слетели. Эр, нажми еще раз. Поехали. Рикши, тащим. Вот кто здесь стоит, вот, конечно, вот это он очень удачно стоит. Я волка не вижу. Да волк. Где вы волка увидели? Я боюсь. А я его за собой веду. А он уже его нет. Фу, вот. А я так смотрю, нету волка. Истинный охранник говорит, я его боюсь. Ты как в том мультике, ты. Я его на этом, как его, на полигон лэнсовский привел, короче. Бартан тут нет. Сейчас будет учебный бой с лэнсами против. Я на кулаках хочу с тобой сразиться, Дартан. Бартан нет, походу. А он вылетел, наверное. Даркин, я с тобой на кулаках сразился.
В начале ивента я его обгонял, он ехал, потом встал, лошадь идет на месте. Он заходит, не получается зайти. Он вылетел. Да, я ничего не могу. Я предлагаю. Нет, все нормально. Не лагает, он в ПС упал просто. Не сами. Прямо по фургуру белый лошадь. Ты, Барсан, ты лагаешь прям сильно. Что у тебя прям вообще проблема. Бля, ну это, наверное, интернет. Подожди, дальше. Ну ладно, я встречу. Будь заметен. Как что-нибудь Паша сделает? Это сейчас не торговля, так что можно. Казак, постой. Стою. У тебя жизнь есть? Есть слишком да, много всего, конечно. А, ну давай шлюпы. Маркус, я на крыше. Так, зрители, кто смотрел, кто участвует, тоже ко мне подойдите, пожалуйста. Паша, на лэнсовском полигоне вот эти все деревья надо нафиг убрать, потому что очень лагает. Все участники за расчетом приходят ко мне, а зрители, нет, а зрители? К Марку. Сейчас я даю это. Я участник. Да, давайте. Мы еще не все еще с волком воюем. Вот я. Из сторон тут не вылезти. Вовремя брал, да? Меня вылетели, если что. Угу. А его нет, как бы. Так, Егор, так, Прова. Егор и Прова. Это ко мне. За наградой ко мне, к мастеру. Мастер. Да, коммерсанту. Коммерсант, ты... Сюда на клайм заезжайте, пожалуйста. Скажи так мало, как я понял. Ты не крайний. Заезжаем? Давайте тебе да, заезжаем на клайм. Мы же куда взять? Агрис, подходи сюда. Ставьте и подходите к твоему... Как его? Пишет раны переломов. Мастер-коммерсанту. Да. Все, мастер, ломайся. Бросайте здесь. Все, завалил волка. А кто бросает сейчас принимание? Егор, Егор, иди за своей наградой. Егор, да. Уходи. Егор уже забрал, был. Все. Ты уже забрал? А, молодец, идем так, сюда. Мужичок. Одолжишь мне свои 100 монет, потом верну. Чего? Одолжишь 100 монет? Сейчас еще не разделю. О, Маркус, верни, пожалуйста, на его коня. Сейчас. 50-го там, по-моему. Ну, черный такой. И под такой находим. Спасибо. Нельзя. А нет, шестого. Я мне очень много удовольствия. И без этого. А этим, конечно, еще грудь. Не, ну зрители тоже должны получать. Миса, где ты? Я тебе меч отдам. Сейчас. Секунду. Маркс, можно лошадку не дает? Шестого качества мне. Данил, ты где? Я коня забираю. Шестой качество у меня там конь. Кому лечку прокачать? Не, жеребец, у меня боевой конь. Зачем два? Дартин, Дартин. А, конь. Спасибо. Да. Подлечи меня. Задум. А я... Давай я подлечу. Вот, Стивай, а кто такой? Я могу подлечить. Казак, он участвовал или... Казак, я рассчитался с казаком. Понял. Я телегу тащил, я же коня понял. Лобс, вон, Стивай, это какой был изначальный ник? Нет, не получается. Я не помню, чтобы я его был в списке, а может был сейчас? Был, он с нами был сюда. Стой, злой я тебя лечу. Он пришел, он был без связи, мы с ним поговорить не могли, он с моего клайма. Да, он был с самого начала. Он с самого начала просто приехал. Был, с нами ехал. Кто был? Лобс. Он как зритель или как участник? Как участник. Не надо, зачем ты мне это делаешь? Просто почему-то я не вижу записки. Такой давай, ник. Эти, фоните очень, не надо одновременно забери, говорить. Забери. Это, надо. Мастер? Мастер не еще не давал ничего. Вот, мне обратно ехать тебе. Миса, а ты что-то... Солнце забери, пожалуйста. А, Кристина? Да. Так, Ренат, Дартин, где ты? Спасибо. Я остается. Ага. Я этого... Как его? Не лошадка, пожалуйста. Коня белого Гендельфа забрал. Дай мне. Агрис, дай тебе. Я у Гендельфа коня. Что сказал? Деньги дай. Это что за...
Люди, я уеду. Мастер, шелковица есть? Да, да. Да, есть. Не, пожалуйста, где? Алло. Ну, придешь ко мне забрать. Спустись. А, так слушайте, ну вот я и спрашиваю, почему у нас получился лишний игрок? Ну, не записано на один, просто не записался, но он пришел. Я понял, хорошо. Злой, подойди к Паше. Паша, выдай 100 монет, пожалуйста. Давай тогда Паша мне потом выдаст этот. Ладно, Паша. Ладно. Кому пишу, выдашь? Я пошел в Донецке, если что. Гарольд, повесь мне еще раз лечилку. Сейчас, секунду. Кому же персонажу лошадь отдашь? Я затеюсь, что. Смотрите, кого еще не дал? Кто еще был, участвовал? Дартинов участвовал. Я 50 еще раз. 100. Ну, вроде... Так, товар проверили, нет вообще? Я даже не проверял. А, не, 50. Так, 200. Здесь повесь мне лечилку. Обычно просто исцелить. Хотя бы. А ты злому отдал уже, да? А то я очень полудобный. Нет еще. Злой, давай я тебе дам. Где ты? Спасибо. Злой. Злой, он уже это. Наверное, улетел, наверное. Нет? Злой, ты где? Ушистик. Ушел. Ладно, я ему дам потом. Хорошо. Ребят, спасибо всем за ивент. И вам спасибо. Да, вам спасибо. Очень классно было. Да, еще будет. Была милая. Будет. В другой раз что-нибудь будет. Я несколько раз был на грани, но как обычно выжил. Лобс. Лобс, он участник, да, был? Я уже рассчитался. Жень, ты тут, да? Ага, понял. Все, остается злому 100 монет дать, да, все. Серёг, спасибо. Вам спасибо, сейчас продолжим торговлю, перекуры. Паша, потыкай мне это пилой, пожалуйста. Давай, ты где? Вот прямо рядом с тобой. Операции бы. А то меня опять волк цапнул, опять меня слетели с лечилки. Все, спасибо. Вот такой винтик, вот такая местность. Я думаю, прикольно, красиво. Тут уже так вот отстроились. Как это, пару недель всего, как у нас вайб был. Ну, на этом все.